Так, момент у петербуржцев. Тимкин идет на ворота. Шайба остается на пятаке. И Еременко! Что? Гол? Показывают арбитры. Причем там Бенксон начал праздновать. Фантенберг рванул к Магнусу Хельбергу. Да, похоже, что попало в во внутреннюю перекладину. Да. Причем даже Каменев очень не торопился радоваться. Начал радоваться, когда увидел реакцию Бенксона. Тот, двигаясь за эпизодом, очень хорошо видел, куда попала шайба. И похоже, что да. СКА очень быстро забрасывает свою третью шайбу и одерживает победу в первом матче в Москве.